По просьбе формучан проводим эксперимент. Слушаем, записываем мою систему вот включенной с этой лампой. Это гармонизатор пространства. И без нее. Пластиночка. Пластиночка у нас выпущена в России. Это называется 20 век ретроспектива. Французский аккордеон. Вот я поставлю сейчас пластинку эту. Послушаем, потом выключу лампу. Лампу надо выключить из розетки, потому что работает не сама лампа, работает модуль, который находится под лампой. Модуль состоит из 13 катушек в данном случае. Это датчик обратной связи. Thank you.
Ну вот, надеюсь, что все будет слышно, о чем вы меня просили. Спасибо.